В году я максимум использую яхту 1.5-2 месяца. Все остальное время она используется моим экипажем, я им плачу все это время деньги, они еще живут на этой яхте, кайфуют на этой яхте. И что я трачу свою жизнь на то, чтобы этих ребят снабдить красивой жизнью? И в какой-то момент вот меня торкнуло, что, блин, это не моя жизнь, это арендованная жизнь. И я решил, что я буду менять свою жизнь. И даже я своим ребятам сказал, к 45 годам я брошу заниматься бизнесом, потому что это абсолютно бессмысленное занятие, зарабатывание денег. Но это был бы новая спираль, когда я пасу свою еду. Поэтому я говорю, начните себя с осознания. И через это я прочувствовал миссию. Как я однажды, когда пас баранов, проснулся и принял решение, что я в этот мир не пришел для того, чтобы пасти свою еду. Зачем мне пасти свою еду? Я ведь гоняюсь за счастьем, а не за едой.